Болгарская сказка «Человек, медведь и лиса». Один человек ушел в лес опушку распахать. Вот навстречу ему идет медведь. «Слушай, приятель, давай вместе работать». «Ладно», — сказал человек. «Только тогда я выпрягу одного вала, чтобы он попался и впрягу тебя». Медведь согласился. Пахали, пахали, вспахали поле. «Посеем пшеницу», — сказал медведь. «Посеяли». Стерег пшеницу медведь, стерег все время, пока она росла, и поспевала. Потом пришел человек жать и спросил медведя: «Как будем урожай делить? Кому вершки, тебе или мне?» «Мне корешки, тебе вершки», — ответил медведь. Сжали пшеницу, обмолотили, разделили. Мужику зерно, а медведю солома. «Ну, приятель, ты меня обманул. Посадим теперь картошку». Посадили картошку, растили, окучивали ее. Один раз, второй. Хорошая выросла картошка. Медведь говорит: «Теперь мне вершки, тебе корешки». Мужик согласился. Выкопали картошку. Он забрал ее. А медведю осталась сухая картофельная ботва. «Ты снова обманул меня», – заревел медведь. «Я тебя съем». Тут бежала мимо леса. Услышала этот разговор и говорит: «Не бойся, мужик, я тебя спасу». Выбежал на холмик и закричал оттуда: «Мужик! А есть около тебя медведи и волки?» Медведь испугался и просит мужика: «Кричи, что нету». Тот и кричит: «Нету, нету». «А что это там у тебя, не пень?» Медведь просит: «Говори, пень, пень». И тот отвечает: «Пень, пень». «Мужик, а у тебя там мешок?» – спрашивает лиса. Тот в ответ: «Есть, есть». «А, ну сумка в мешок этот пень». «Уложи меня, человек, в мешок», — сказал медведь. «Мужик, а веревка у тебя есть?» «Есть, есть». «Так завяжи мешок». «Завяжи, человек, мешок», — повторил медведь. «Мужчина, а у тебя палка есть?» «Есть, есть». «Так ударь мешок палкой, бей, сколько силы хватит». Схватил человек палку и давай молотить по мешку. Бил, бил, пока медведь не сдох. Тогда лиса подошла к мужику и спрашивает: «Мужик, а что ты мне дашь за то, что я тебя спасла от медведя?» «Дам тебе две курицы». Попросил мужик ее подождать, пошел сам в кусты, бросил в сумку двух собак, завязал ее, а потом вернулся к лисе и говорит: «Иди туда, вон за тот холмик, и там развяжешь сумку, а то набегут собаки, прогонят тебя и кур поедят». Пошла лиса за бугорок, развязала сумку, собаки выскочили и разорвали ее.